Итак, всем привет. Выбрались на охоту. У нас сегодня коллективная охота такая. Вот. Собрали сейчас. Одно местечко прошли уже, редколесье. Вот, но зайчика не было. Сейчас чай попьем и едем дальше. Вот. Первое, что хотел сказать, большое спасибо за всем тем, кто смотрит мой канал, всем, кто подписывается. С последнего видео было очень много подписчиков. Благодарю вас. Мне ваша поддержка очень важна. Вот. Ну, в принципе, все, что будет сегодня происходить, попытаюсь вам показать. Пойдем, один по той стороне, один по этой, и один в середине там как раз можно. Ну, я могу в середине пойти, в принципе. Давай по середине пойду. В середине пойдешь? Ну, смотри, я туда, значит, перейду, без разницы. Смотрите, аккурат, собак только. Все, идем. Все, Слав, можно идти. Да, да, дядь Вить, все, идем. Тоже начинаем идти уже. Оп! Оп! Заяц пошел! Слава на вас! Оп! Вышел, нет? Хатап! На вас хороший, крупный пошел, на диагональ чуть-чуть, наперед. Может, на номера выйдет сейчас. Слава, вперед смотри! Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, там, поищи. Поищи, вот здесь, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. В стороне дороги пошел по посадке. Поищи, стрелка, поищи. Вот здесь, вот. Поищи. Будь умничка, давай. Поищи. Хата, ты видел, нет? Вот, а, нет, не Лешка, бля. Поищи. Поищи, стрелочка, поищи, будь умничка. Давай. Стрелка пошла. Стрелка по следу пошла. Стрелка след взяла, пошла с Слаем. А след я его взял. Взяли, да, дядя? Тесть взял зайца! Вон бежит, призовите, зовите! Да, он крупненький такой, я там еще... Я его там уши, говорю, увидел, блядь. Ну такой, блядь, прям крупный. Хорош. Стрелка, вот, умничка. А ты что, тоже стрелял? Нет. Это свет. А все? Свободно, она у нас поворотчик потеряла. Спасибо. Все. Она на повороте его потеряла. Сюда, он дальше стоит. И Славик за гейку там, она, блядь, туда. А потом Никита стрельнула, она ушла.
Я ждал, стоял, думаю, ну найдет след. Накрутилась, выбежу, вот, кабель, блядь, отвлек. Ну все. Ну он заяц отсюда вышел, да? Он вот как выскочил и краем поля с поворота и сюда ко мне. Ну вот он. И прям в лоб идет, нам пришлось первым стрелять в лоб, ему промахнув, чтобы он отвернул. Близко сильно подпускать тоже. Ну, можно было пропустить, бог стрельный. А я вышел, иду, он мне в 20 метрах поднялся в кустарнике, блин. Смотрю в уши, раз, я приблизительно бам по нему. Но он пошел. Ты потеряла, вышла на поле и потеряла. Да. И видишь, он Славик за гейку своего начал звать. Потом Никита сделала, она на ту сторону ушла. Нормально. И вот до сил он дал мне гений, может, все бы тоже. Ну, ушка. Народу быстрее. Как? Байкал или? Байкал. Или это как? Вот самого. На, понюхай тут дальше. Понюхай дальше. Вот так вот. Получается, камера выключена была, как всегда. Вот такой вот красавчик был взят в таких кустах. Значит, шел, увидел, мелькнул заяц через кусты. Первым выстрелом стрельнул, по жопе попал, отбил жопу. Вот, и он, ну, крутиться стал на месте. Снимать не стал сразу, потому что пищал не очень, как бы это, гуманно. Или как сказать. Ну, подошел, стукнул по ушам. И все. Вот такая вот у нас сегодня охота. Зайчиков мало. Прошли. Погуляли. Вот такой вот красавчик добыт. Маленький осенний этот зайчик. Этого года. Поднялся далековато, метров 50, да, 40. В общем, вот такая вот у нас сегодня охота. Прогулялись, походили. Сейчас только удалось добыть зайчика. Вот. Все оставайтесь на канале, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем подписавшимся привет огромный. Вот, мне ваша поддержка очень важна. Все, до новых встреч. Завтра, надеюсь, если будет погода нормальная, то, может быть, завтра еще выберемся на охоту. Посмотрим. До новых встреч.